Агент, пилот Торрес может доставить тебя в колледж Кенли. Замечена безопасная зона. В Нью-Йорке нас уже ждут. Спецотряд понес тяжелые потери. Мы считаем, это был точечный удар. Исаак нашел там неизвестное биологическое соединение. Быстродействующее. Летальное. С таким мы еще не сталкивались. Ко всем агентам на восточном побережье. Поможем спецотряду. Координатором будет Фейлау. Это кардинал один. Прошу разрешить посадку. Кардинал один центру. Прошу разрешить посадку. Агент Лау, дайте нам посадить вертушку. Прием. Лау, ты слышишь? Черт, надо садиться. Говорит агент Фейлау. Нам срочно... Поблизости есть эхо-маяк. Быстро! В укрытие! Сейчас бы у меня, а суки, вот по... За мной! Нам нужно туда. Агент, вы там вечно отсиживаться будете?
сдаться. Проберитесь в ратушу и защитите раненых. Я постараюсь выслать подмогу. Агент, туда можно залезть через крышу. За мной! Обнаружен НИИД. Вход в зараженную зону. Вот жопа. Показатели на Исааке зашкаливают. Прочеши здание. Ищи выживших. Спуститься вниз. Быстрей! Лау, мы у ратуши. Со мной выжившие. Гавань пришлет к вам группу медпомощи. Только убедитесь, что сектор чист. Черт. Это, наверное, зэки идут через подвальный этаж. Агент, прикрой нас. Я вылезу людей. Здесь дышать невозможно. Драгов сказал, хочешь жить, не снимай маску. Маску не снимай. Это что за нахер? От бомбы закрылся!
Агент, говорит Лау. Подвальный этаж оборудован системой наблюдения. Нам нужно выяснить, кто стоит за этой атакой. Забери записи с камер. Обнаружен рабочий сервер. Идет загрузка. Производится идентификация по лицу. Анализ завершен. Хавьер Каджика, Джеймс Драгов, Тео Парнелл, Вивиан Конли. Статус: ренегаты. Анализ завершен. Аарон Киннер. Статус: ренегат. Что Киннер разрабатывает какой-то вирус, но я не думала, что он так быстро превратит его в оружие. А зря. Лао, медгруппа прибыла. Они эвакуируют выживших. Я буду ждать вас в гавани. Высылаю координаты. Нам нужно многое обсудить. Выжившие спасены. Ратуша зачищена. Встретимся в парке, оттуда пойдем в гавань. Здесь противник. Нужна твоя помощь. Все в порядке. Агент Лао прислала координаты гавани. Пошли. Так странно оказаться там, где все началось. Когда уже выстроил в голове некий образ. Сначала думаешь, что это бы не зашло так далеко, если б не ужасное стечение обстоятельств. А потом понимаешь, такое могло произойти где угодно. Просто Амхерст выбрал Нью-Йорк. Агент, осторожно! Впереди противник! Займи укрытие. Целься в баки с горючим. Это их замедлит.
Ну все, надо идти дальше. Нам в Вашингтоне рассказывали про этих чистильщиков. Они убеждены, что для спасения города нужно сжечь все, чего могла коснуться зараза. Трудно поверить, что когда-то они были обычными людьми. Доберитесь до гавани побыстрее. Только не надейтесь на теплый прием. Тут за главного Пол Родс, мы с ним не в ладах. Назад! Мы пришли поговорить с Родсом. Вам здесь не место. У нас тут уже были агенты. Добром это не кончилось. Назад! Пропусти их. Родс сказал, он их выслушает. Ладно. Добро пожаловать в гавань. Ее основали пару месяцев назад бывшие сотрудники ОТГ вместе с гражданскими. Они называют себя миротворцами. Это самое безопасное место в Нижнем Манхэттене. У них есть еда, припасы и все необходимое. Тот факт, что они до сих пор успешно противостоят зэкам и чистильщикам, заслуживает уважения. Но спецотряд они недолюбливают. Нам нужно завоевать их доверие, чтобы они помогли нам найти Киннера. Я жду тебя в кабинете Родса. Не сказать, чтобы мы с ним были большие друзья, но будем надеяться, он разрешит нам остаться. Ты иди, а я проведаю выживших. Нет уж, у спецотряда был шанс. Нам нужно перегруппироваться. Только не здесь. А если гавань — следующая цель Киннера? Ты издеваешься? Вы делаете из нас цель. Мы защитим вас. Ну, разумеется. Как в адской кухне? Больше я на это не поведусь. У нас с вами общий враг. Знаешь что? По сравнению с Митауном, ситуация тут намного лучше. Мы здесь... в безопасности. Ты прав. Намного лучше. Вам кажется, что лучше. Но это не настоящая безопасность. Там настоящая война, Пол. Но решать тебе. Мы потерпим, пока вы грохнете Киннера. А потом на выход. Понятно? Наша цель — Киннер. Но где он, мы пока точно не знаем. Этот гад прячется где-то в городе и что-то замышляет. Основываясь на записи из ратуши, мы установили личности остальных ренегатов. Тео Парнелл, конспиролог-любитель и техник. Местонахождение неизвестно, но мы полагаем, это он стоит за дронами-разведчиками в городе. Один недавно сбили в административном центре. Извлеки из дрона метаданные. Может, из них поймем, где его искать. Вивиан Конли, взрывотехник и командир чистильщиков, если не лидер. Нам сообщают, что в районе двух мостов участились нападения чистильщиков. Свяжись с миротворцами на месте. Они отслеживают их движение. Джеймс Драгов. Эксперт по тяжелому вооружению и, по сути, лидер зэков в Нижнем Манхэттене. Он засел в укрепленном комплексе на Уолл-стрит. Несколько наших агентов ищут слабые места в его обороне. Получи данные в опорном пункте на месте. Хавьер Каджика. Он эксперт по тактике. Он неуловим, но его почерк вполне узнаваем. Недавно в Беттери Парке было несколько нападений на патрули.
Мы уверены, это Каджика. Иди по его следу, посмотрим, куда он тебя выведет. Нам нельзя медлить. Каждый из них — это шанс подобраться поближе к Киннеру. Мы будем по мере сил поддерживать тебя из гавани. Удачи, агент. Род что, не понимает, с кем мы имеем дело? Это война! Киннер нас спасет. Только наметились какие-то подвижки, и вот мы опять страдаем херней и ругаемся друг с другом. Надоело. Этого гондона надо валить. Любой ценой. И мне все равно, на что нам придется ради этого пойти. Прости. Ты-то ни при чем. Мы думали, что наконец сможем передохнуть. Мы его достанем. Мы обязаны. Невероятно. Мы вернулись к тому, с чего начинали, когда Амхерст выпустил вирус. Я ведь задумывал гавань как убежище от всего этого кровопролития. И чтоб никаких агентов. А Фэй, она слишком долго тут хозяйничала, прикрываясь полномочиями спецотряда. Я пустил вас в свой дом. Не подставьте нас. Я этого не прощу.
Роц оттает, не переживай. Ну, я надеюсь, он хороший парень. С принципами. Нам такие нужны. Но нам нужны и такие, как ты. Принципы — это хорошо, только они не обеспечат нас едой и не защитят от зэков. Чего я хочу, так это кофе из Керманс, а не эту сублимированную хрень. Ну, выбирать не приходится. Что-то нужно? Спасибо. Как дела? Дальше пойдет серьезный разговор. Так, детишки, давайте поговорим о деньгах. Да уж, разговор прошел на повышенных тонах. Видимо, у ребят накопилось. Я понимаю, Ротса. Так бывает, хочется залечь на дно, пока все не утихнет. Вот только нельзя. Просто не получится. Нам раздали паршивые карты, но играть ими еще можно. Мы обязаны приложить все силы. Мы найдем Киннера и разберемся с ним. Мы же спецотряд. Мы не сдаемся.